Всем добрый день, меня зовут Титова Татьяна, мне 39 лет. Я занимаюсь 3D-визуализацией профессионально уже 6-й год. Я начинала учить это в 12-13 году, потом сделала сайт по визуализации свой, нашла клиентов и успешно работаю как фрилансер в этой области уже 5 лет. На курсы решила пойти, потому что захотела изучить Unreal и интерактивный интерьер. Но пока я прохожу прошла основной блок по визуализации, честно говоря, 5 лет я занималась ею, и все равно много белых пятен сейчас закрыла. О курсах Skillsky я узнала через YouTube, увидела видео и решила пойти. Что данный курс мне дал? Вот стала использовать очень много фишек по освещению в интерьере, которые я раньше не использовала почему-то, хотя знала о них. Вот. И визы улучшились, стали красивее, на мой взгляд. Дальше планирую продолжить профессиональный блок изучать. Вот, многие у меня спрашивают, мои знакомые, как я стала фрилансером. Я им рекомендую вначале пройти обучение 3D Max. И я, конечно, буду рекомендовать именно эти курсы тем, кто у меня спрашивает. Вот. Я очень довольна курсами. Продолжаю дальше. Пока.